Водитель такси двигался по проспекту Дружбы народов и начал поворачивать на Московский. На пути у него была зебра, по ней шел человек. Остановился, пропустил пешехода пешего, потом начал трогаться и вот он вылетел. По словам водителя, 14-летний мальчик решил пересечь дорогу, не слезая со своего транспортного средства. Так ли это, будет устанавливать следствие. Как бы то ни было, ребенок пострадал. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик 2002 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в БСМП. У подростка закрытая черепно-мозговая травма. А инспекторы напоминают, что в городе проходит операция «Внимание, дети». Водителей просят быть на дороге особенно внимательными. Начались летние каникулы. Светлана Фадеева, Алексей Шатунов. Эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.